В районе аэропорта. Я на стеле увидел автомобиль. Подошел к человеку, попросил остановить, как же машину, подошел сам к человеку, забрал у меня телефон и уехал. Похищенное имущество как распределились? Заложил на бар. Куда деньги вы потратили? Наличные можно. Вы понимали, что человек инвалид по слуху? Он вам что-то пытался как-то объяснить, показать? Нет.